Лондон. Лондон холодный. Лондон чопорный. Лондон неприступный. Лондон – город традиций. Традиция – это то, что не стерлось от времени. То, что настоящее. Лондон – это традиционный и безошибочный камертон, по которому происходит настройка для артистов во всем мире. Ведь именно Лондон всегда способен отличить подлинное от подделки. Он ценит такие понятия, как высокий профессионализм и безупречный вкус. Для любого артиста приехать сюда – событие, а получить его признание – значит быть признанным во всем мире. В 1999 году в театре «Колизеум» проходили триумфальные гастроли балета Большого театра. После одного из спектаклей поздравить артистов за кулисы пришла удивительная женщина, для которой чопорный и холодный город открыл свои двери и стал ее домом. Лондон принял ее, потому что верность традиции, традиции русского балета, для нее всегда было главным в жизни. Имя ее – Суламиф Мессерер. Заходите. Там есть что снимать, что здесь снимать. Это Дон Кихот. Акцион. Я родилась я в Москве в семье зубного врача. У нас было 10 человек детей. Родилась я в 1908 году. Отец был очень добрый человек. У него была такая вывеска «Зубной врач МСРР» военным и студентам бесплатно. Поэтому очень часто мама стояла и ждала, когда немножко денег выйдет, а он, значит, говорит, а я с них не взял, они бедные. А сами мы тоже были бедные очень. Вот. Революция была очень тяжелая. Мы получали маленький кусочек хлеба на день, какую-то мякину какую-то. Вот. Так что жизнь была очень тяжелая. Младший мой братишка, ему было 2 года, кто-то приехал откуда-то с Украины, что ли, привез белый хлеб. Он так посмотрел, говорит, я этого не ем. Он даже не знал, что такое белый хлеб. Вот. Тем не менее, молодежь всех потянула в искусство. Первым в искусство пошел старший брат Азарий. Он был драматический артист, необыкновенно талантливый. Его очень любил Вахтангов и очень любил Михаил Чехов. Они были друзья. К сожалению, брат рано умер. Моя сестра, моя плесецкая мама, она была очень-очень красивая. Она была кинозвездой. В то время было немое кино и не цветное, конечно. Есть ее фильмы, она снималась в главных ролях. Была очень красивая. Брат мой Асаф, знаменитый танцовщик. Он до 16 лет просто не видел никогда в жизни балета. И занимался спортом, и был очень подвижной, и с хорошим прыжком. И однажды он попал на балет, на Капелию, Большой театр, куда-то на галерку с ребятами, и сказал, это мое будущее. И моя старшая сестра Рахиль взяла его на следующий день за руку, и они пошли в балетную школу Большого театра подниматься. По дороге они встретили одну знакомую, которая говорит, что вы там делаете? Вот, говорит, хочу. Он говорит, ну что, в 16 лет, говорит, кончают школу, куда же не ходите, даже и не думайте. Они ушли, а куда же идти? Вот, говорит, есть всякие школы частные, вот Морткина открыл школу. Они пошли туда, а там преподавал Горский, Александр Сеевич, гениальный Горский. И через буквально несколько недель он обратил внимание на Асафа и сказал, что я буду тебя рекомендовать в школу Большого театра. Он за 1 год окончил балетную школу Большого театра, был принят в Большой театр и в первый же год танцевал «Принца в Лебедином озере». Вот такой был Асаф гениальности. Я была в каком-то пионерлагере, приехала сестра Рахиль, схватила меня и повела на прием в балетную школу Большого театра. Был невероятный совершенно холод. Вся комиссия сидела в пальто, в шубах, в валенках,
Это было вот на Пушкиной улице в школе. Говорит, девочка, сними пальто, покажи ножки. Ну, я сняла пальто, показала ножки, значит, очень короткий был прием. Говорит, да, ножки хорошие, красивые. И взяли меня в школу. Причем распределяли так. В первый класс, во второй, в третий по росту и кому сколько лет. Я попала сразу в третий класс. Преподавала Масалова. Такая была балерина очень хорошая. Ничего я в балете не понимала, но вижу, те поднимают ножки. Раз поднимают, значит, я должна выше поднять. И я очень быстро делала успехи. Кончала школу я у знаменитого Тихомирова. Ну, учились мы всего в 6 лет. И всех нас взяли в Большой театр. Причем взяли Большой театр так, на разовое, потому что никаких вакансий, никаких вообще штатов, ничего такого не было. И постепенно, как освобождались места, зачисляли в труппу. Таким образом мы выступали в Большом театре, утром и вечером, иногда в опере, в филиале Большого театра. В день бывало 4 спектакля, мы получали больше, чем кардебалет. Таким образом я очутилась в балете. Я была очень любознательна, и кроме того, мы всю жизнь голодали, хотелось скорее встать на ноги. Я всегда очень внимательно все смотрела. Прихожу как-то утром на спектакль на «Лебединое озеро», а режиссер говорит: «Слушайте, катастрофа, некому танцевать па де труа в «Лебедином озере». Я говорю: «А я знаю». «Ну да». «Что, тебе нужна репетиция?» «Нет, зачем репетиция? Я и так все знаю». «Ну, иди танцуй». Я станцевала, ну, все хорошо. Тогда было такое правило, дали повторить. Значит, я... И таким образом одна партия, вторая и третья, все очень быстро ко мне пришло. Солистки так-то сторонились, говорили: «Видишь, без репетиции, как попало, я не могу, мы не можем». А я все могла. Потом главную роль я танцевала в балете «Тщетная предосторожность», горская постановка. Это был 29-й год. После «Тщетной предосторожности» очень быстро мне дали Копелию. А потом опять счастливый случай. Гельцер готовила «Дон Кихот». Гельцер царица была. Это царица. Во-первых, она была очень хорошей танцовщица. Во-вторых, она была очень сильная личность. И потом партнером ее был, я не знаю, был муж или не был, но партнером, Тихомиров, который ее вроде боялся, она решала все на свете. Так что все это шло от Гельца. Кажется, что она Горскому стоило много здоровья, потому что она требовала какие-то вещи только все на себя, понимаете? Но танцевала она замечательно. И в то же время она была, так сказать, демократична с нами, с молодежью. Разрешала: «Пожалуйста, занимайтесь в этом же классе, где она занимается». В основном Тихомиров давал классы для нее, понимаете? Но она разрешала: «Пожалуйста, или сиди и смотри, пожалуйста, сколько угодно». А потом показывала всякие, так сказать, трюки. Например, вот вынь ножку вперед, а пятка-то у тебя где? Ставила стакан с водой, поставит, и вот так вот, в такой выборной положении, понимаете? Так что школа у нее была замечательная. Я от нее многое очень взяла, от Гельца. Например, я помню выход в «Дон Кихоте», когда первый выход Китри, стоит кругом толпа. Она нарочно шла на толпу, значит, толпа от нее, блядь, шарахалась. Это производило впечатление на публику, понимаете? И я тоже потом стала так делать. Не наоборот, сужаться, мол, это, мешаешь. Нет. И вся публика расходилась, понимаете? Это интересно. Поэтому она очень знала хорошо сцену. И вдруг катастрофа. За 10 дней до спектакля Гельцер испортил себе ногу. Тихомиров тогда подходит ко мне, держит себя так за усики и говорит: «Ты, наверное, все знаешь, не станцуешь ли?» Я говорю: «Да, станцую». И таким образом я получила «Дон Кихот». И таким образом постепенно стала, значит, прима-балериной, одной из ведущих балерин Большого театра. Thank you.
очень рада, удалось выехать за границу. Асафа Михайловича, моего брата, я с ним почти всегда танцевала, но до меня он танцевал с балериной Кригер. Была такая знаменитая балерина, которую пригласили в Ригу, это была за граница. Асафа брала с собой, он имел колоссальный успех. И на следующий год опять было ему приглашение Асафу, он хотел со мной. Танцевали мы и Дон Кихот под Эдо, и все номера Асаф, что ставил, великолепно. В общем, программа была замечательная. Но как выехать за границу, никто понятия не имел. Асаф говорит, а знаешь, говорит, вот говорят, где-то там на верхах, в ЦК работает по искусству такой Янукидзе, Авель Сафронович. Вот, говорит, давай позвони ему, я-то боюсь, я стесняюсь. Ну, я узнал телефон, никаких вертушек, там ничего не было, просто были телефоны. Узнал телефон и позвонил, и говорю, Авель Сафронович говорит, такая-то, такая-то. Вот мы, значит, получили приглашение за границу, вот что делать? Ну, езжайте, я говорю, а как же? А где ж паспорт взять? Ну, я вам, значит, дам сейчас секретаря. Вот он, значит, вас выслушает, выдадут вам паспорта. И мы с Асафом поехали. Это был конец 1932 года, под Новый год 1933 год. Будучи в Риге, мы имели колоссальный успех, пригласили нас в Ковны и другие города Прибалтики, а потом пригласили в Париж и Берлин. Мы поехали в Париж, выступали там в театре «Шанс-де-Лизе». Успех был невероятно большой, потому что все думали, что с приходом советской власти все кончилось, и вдруг такие блестящие танцовщики. На концерт к нам пришла Кшесинская, Преображенская, Егорова, такие балерины. И пригласили они к себе посмотреть уроки в их школах. Мы пришли к Кшесинской. Она была лет 60, в таком пестреньком, очень изящном платьице, довольно полненькая, бегала по залу. Очень маленький зал, что для нас непривычно, при большом театре это все громадное, а тут залы были такие, как комнаты, что ли. Ну, и народ самый разный, значит, кто умеет чего-то, кто не умеет ничего, все делают. Мы были немножко разочарованы. А Кшесинская мне говорит, я вижу, вы сомневаетесь в чем-то, недовольны. А вот представьте себе, приходит ко мне одна девочка, богатая, из богатой семьи, из миллионершей, и говорит, научит меня делать 32 фуэте. И я учу. Я говорю, ну и что, получается? Нет. Ну вот так. Это была первая поездка за границу. Таким образом, мы почти 4 месяца разъезжали. Нас пригласили в Америку, но мы пригласили, получили уже грозное письмо из Большого театра. Немедленно возвращайтесь, иначе будем считать вас невозвращенцами. Это, да? Вот так. Но мы тут же вернулись в Москву и продолжали работать там. Асаф – это исключительная совершенно личность. Это исключительный, он был так способен к движению и так все легко понимал и воспринимал. Если он делал пируэт, допустим, направо 10 пируэтов, он добивался, чтобы было налево тоже 10 пируэтов. Если он делал двойной в воздухе в арабеск направо, он тут же делал это налево. Понимаете? Он считал, не может быть, направо я могу, налево нет. Это, между прочим, старая школа. Асаф очень много ставил. Он ставил, до сих пор, по-моему, идет «Лебединое озеро», четвертый акт в его постановке, если я не ошибаюсь, его сейчас не сняли, не знаю.
Ну, во всяком случае, это много-много лет. И все лучшие номера, там «Весенние воды», «Асаф», его знаменитый футболист, он танцевал, который никто, даже Анатолий Васильев, не сумел взять этот номер. Так Асаф его танцевал, это всегда шло на невероятно большой успех. Но Асаф никогда не любил делать бис. Он считал, что бис расхолаживает публику. И вот, выступая в «Стокгольме», значит, после невероятного успеха публика не успокаивалась, на сцену вышел какой-то человек, а там присутствовал король Швеции. И говорит, по просьбе короля очень просим Асафа пробиссировать этот номер. Асаф пробиссировал этот номер, это был единственный раз в его жизни, когда он биссировал. А на этих кадрах Асафу Михайловичу уже 80 лет. В день своего юбилея он тоже исполнял просьбу. На сцене Большого театра показывал Владимиру Васильеву своего знаменитого футболиста. Сошло очень хорошо. Я танцевала почти весь репертуар в Большом театре, какой он был, классический, так сказать. Вот. Ну, а потом наступил страшный 37-й год. Моя сестра Рахиль, она была замужем за замечательный человек, это был Миша Плисецкий. Его послали консулом на Шпицберген. Ни с того ни с сего его посадили, как посадили всех, ни за что. Потом извинились, но уже значительно позже. Сестра была в это время беременна третьим ребенком, Азарием Плисецким. Была Майя, был Алик на 6 лет моложе, и третий был Азарик. Я, если буду писать книгу, глава будет называться «Спящая красавица». Почему «Спящая красавица»? Я танцевала «Спящую красавицу» с Асафом в Большом театре. И вдруг на подъезде меня приходят перед самым моим выходом на сцену и говорят, вас там ждет Майя, девочка, 11 лет, и 5 лет Алик. У меня затряслись руки и ноги, потому что, во-первых, сестра всегда ходила на мои спектакли, и еще бы цветы принесли. А во-вторых, она знала, что детей, она очень деликатный человек, в Большой театр брать нельзя, просто не пускали. Вот. Я затряслась, побежала, разыскала в кулисе Асафа и говорю, Асаф, что-то случилось. А мы уже знали, кругом сажали, 38-й год было, февраль 38-го года. Вот. Он говорит, пожалуйста, не дури, собирайся и танцуй. Как я танцевала, что я танцевала, это я не помню. Я помню, в кулисе стоял такой монахов режиссер, что-то такое шипел, но я ничего этого не помню. Я была вне этого. Я попросила отправить детей в мою артистическую, дать меня. Когда я вернулась, я спрашиваю Майю, а где мама, что? А говорит, срочно ее вызвали на Шпицберген, так, потому что там отец. Так она думала, так сказала ей мать. На самом деле отец был уже расстрелян, а ее, значит, с грудным ребенком, 7-месячным, посадили в Бутырскую тюрьму. Но мы об этом не знали, что Бутырскую тюрьму. Я бегала всюду, везде. Детей я взяла к себе. Маленького я отдала брату Асафу, потому что у него был сын Борис Мессерер, на год моложе Алик. А Майю я взяла, значит, к себе. Страшно даже вспомнить. И я бегала сюда везде, ничего узнать было нельзя. И вдруг по почте получаю такой треугольничек конверт, как посылали иногда с войны, откуда такое, без марки, без всего. Что же было? Когда сестра, значит, полтора месяца или два
сидела, значит, в бутырках с грудным ребенком. Ее посадили вместе с уголовницами в товарный вагон. И там, значит, они на каком-то полустанке стояли. И у какой-то уголовницы она попросила обожженную спичку. И этой спичкой нацарапала, значит, несколько слов. «Едем, кажется, в Караганду, ребенок со мной». И написала мой адрес. И пока соглядатый смотрел куда-то в такую сторону, она посмотрела, крошечное окошко такое за решеточное, это, увидела, две женщины работают на рельсах. Одна, значит, отвернулась, а вторая кивнула головой. И она бросила ей это письмо. И представьте, я это письмо получила. И я решила хлопотать о сестре. Это было очень опасно в то время, потому что и меня могли посадить, и как не посадили, не знаю. Короче говоря, я, значит, пошла в прокуратуру. Тогда еще можно было в прокуратуру ходить просто так, свободно, где сидел Вышинский. И подходит ко мне какой-то человек и говорит: «Девочка, что ты тут делаешь, девочка?» А у меня уже был орден. Нас уже наградили Большой театр орденом. Я, конечно, нацепил орден на пиджачок. И я говорю: «Я вот хочу попасть к Вышинскому. Хочу забрать ребенка от матери». Я же знаю, как советские говорили: «Вот, мы же такие советские люди, знаете, гуманные». Он мне в какую-то сунул, в какую-то дверь где-то, где сидела женщина с эполетами, военная такая. Я ей все рассказала, она пошла куда-то, долго ходила, потом пришла и принесла мне письмо. И говорит: «Вот поезжайте в Акмолинск». Я пошла на вокзал, там были тысячи народу лежали, валялись, хрустели вши под ногами, все эти несчастные куда-то. Кто куда, значит, пытался, кассы все закрыты. Я подхожу к кассе, касса, значит, закрыта, я стучусь: «Чего вам надо?» Я говорю: «Откройте». Открыли. Я сую, значит, свою орденоносную книжку, билет. Он, ни слова не говоря, дает мне билет. И 4 дня я еду в Акмолинск. Приезжаю туда, подаю это письмо куда-то, где мне сказали подать. Он говорит: «Ну, вот ждите, вот будет грузовик, пойдет, и вас повезут». Так ехали, наверное, часа 1.5-2, и вдруг я вижу вдали такие вышки, колючая проволока и какие-то ворота. Мы въезжаем в эти ворота, меня встречает уже, видимо, его предупредили, начальник лагеря, фамилия его была Мишин. Он говорит: «Да, я в курсе дел, все, сейчас уже темновато, вы переночуйте. А утром я вам приду, значит, сестру». Меня и отлегло это сердце, с другой стороны, конечно, я не прилегла, ничего, ходила вокруг дома. Часов 5 утра, смотрю, идут колонны женщин. Человек по 8 с разных направлений, все собираются в кучу через этот лагерь куда-то такое. Я стала бегать туда-сюда, может быть, увижу свою сестру. Но ничего я не увидела. Подходит ко мне этот самый Мишин, директор, и говорит: «Ну, извините, что, значит, так поздно, вот скоро придет ваша сестра, я иду за ней». Идет, проходит час, проходит два, их нет. Я вся трясусь, не знаю, что делать. Наконец я вижу, вдали идет, значит, моя сестра с грудным ребенком на руках, а он жиденький такой, положил его на пол, приходит. Потом я узнала, потому что при свидетелях она мне не могла сказать, когда я ей сказала, он пришел и говорит: «А не хотите ли увидеть вашу сестру?» Она говорит: «Как? Она здесь?» И упала в обморок. Пока ее приводили в чувство, значит, она, да, вот, ребенок ползает, еле-еле живет. Тогда, значит, я ей говорю: «Я приехала за Азариком». И вижу, она опустила глаза, и я ее хорошо знаю, поняла, что этого делать нельзя. А потом я узнала, почему. Потому что она не работала еще тогда на тяжелых работах. Тогда я, значит, спрашиваю этого Мишина: «Можно ли посылать посылки? Ребенок, видите, какой жиденький, все». Он: «Пожалуйста, посылайте. Как часто? Раз в 3 недели, как много, хоть большие, пожалуйста, любые». Я говорю: «Соки какие-нибудь, все». «Да, да, да, конечно». С этим я уехала.
НКВД не отставало. Каждую неделю приходили и сказали, Маю надо забрать в детский дом. Я представляю себе, что бы там сделали из нее, оболеть и забыть надо. Поэтому я, когда окончательно пришла женщина, тоже в эполетах мужчина, я легла поперек двери и сказала, через мой труп. Они испугались и сказали, тогда идите в отдел народного образования, разговаривайте там. Я пришла, рассказала, кто я, что и все. Я говорю, я хочу удочерить ее. У нее нет ни отца, ни матери. Они пошли, посовещались, мне разрешили, и я удочерила Маю Плисецкую. Поставила умирающего лебедя. Это ведь не тот умирающий лебедь, что танцевала Павлова. Это абсолютно моя постановка, ничего общего не имеющая с постановкой Фокина. Просто я поставила по Майиным данным. У нее были замечательные руки, которые ей поставила Герт Елизавета Павловна. Поэтому я сделала другие какие-то вещи, посадила ее на коленки, перегибы. Делала, в общем, то, что было ей похоже. И сделала ей, там, так сказать, мировую карьеру. А в это время в Москве, на Лубянке, открыли клуб НКВД. Громадный, замечательный клуб. Там Мейерхольд работал, там Глизовский работал, там Асаф работал. И самые лучшие артисты и самые лучшие спектакли там ставились. Короче говоря, Асаф сидел, а он очень скромный человек был. Он сидел рядом с секретарем Абакумова. И он говорит, а вот нельзя ли свидание с Абакумовым получить? Так очень деликатно. Тот говорит, почему можно? Говорит, только не я, а сестра пойдет. Я стесняюсь. Хорошо. Он говорит, пожалуйста. На следующий день, я, значит, звонок мне раздается, телефонный секретарь говорит, пожалуйста, приходите, вас хочет видеть Абакумов. И я, все думают, что я сумасшедший, что я уже не вернусь оттуда. Я говорю, пойду. И пошла. На Лубянку. Вот, прихожу, эти громадные, такие широкие двери, толстые такие. В общем, я вхожу туда и рассказываю свою историю. Абакумову могут, хорошо, поможем. И, значит, заменили ей лагеря, 8 лет лагерей, на 8 лет вольное поселение в Казахстане, в Чимкенте. Вот. И снова я получаю письмо. И снова весь маршрут и все, что я вам рассказывала, я делаю туда, я туда приезжаю. Приезжаю, и вот ей передают все это, открываются ворота, колючая проволока, и она говорит Азарику, беги к Мите, ко мне. Он раскрыл вот так ручки, уже ему год 7 месяцев, он бегает на ножках. Никто не мог знать тогда, что маленький Азарик, широко раскинувший руки навстречу своей Мите, превратиться в прекрасного танцовщика, в Азария Плисецкого. Но сцена большого – это было позже. В это время поднялся плач, вой, крик. Тысячи женщин царапкались на эти колючие проволоки. Хватаю я, значит, на руки этого самого ребенка, а Азарик, смотрю, он весь шуршит. В чем же дело? Оказалось, что у него в пиджачке письма запиханы. Это все женщины напихали. Сестру освободили на следующий год, и она вернулась в Москву. Но только вернулась в Москву, и началась война. Я 25 лет проработала в Большом театре, балерина, но я очень рано стала быть педагогом балета. К этому меня всегда Елизавета Павловна Герт, у которой я занималась, всегда говорила, что ты будешь хорошим педагогом, потому что у тебя открытые глаза. Ты все видишь. Потом уж много лет спустя, она говорит, ты у меня ведь в классе всегда была ведущая.
То есть я действительно ко всему присматривался. Я не знаю, что это называть, талант нет. Короче говоря, я уже была педагогом и в школе балетной. С 1938 года был такой Гусев, он был директором, он меня пригласил. Во-первых, я считала, что когда учишь других, сам тоже учишься. А во-вторых, я считала, что если что-нибудь случится с ногой или что-нибудь, у меня будет другая профессия. Я думала об этом. И поэтому я стала педагогом. И когда я кончила танцевать в Большом театре, я осталась в Большом же театре и как педагог, и как репетитор. В 1959 году, когда до этого я тоже кое-куда ездила, так Министерство культуры отправила, знали, что хороший педагог и так далее, и так далее. Короче говоря, значит, Министерство культуры предложило поехать на 2 года в Японию. Там такой господин Хаяси открыл балетную школу имени Чайковского. Школа пользовалась колоссальным успехом. Год спустя мы поставили целиком Щелкунчика в постановке Вайнонена. И я знала все наизусть, и в Варламову была прекрасная память. Как раз приехал Микоян, он был министром торговли. И я пригласила Микояна через посольство на спектакль, он был в восторге. После этого у меня есть фотография, он пришел к нам за кулисы, в пачке маленьких девочек держал на руках, так сказать, вот это. Вот. На следующий год мы поставили японский балет «Маримо». Прошло 2 года, очень много сделали. Классический балет прямо стал разрастаться в Японии. Короче говоря, там я стала знаменита. И, в общем, с тех пор, лет 40, каждый год я езжу в Японию. Сейчас я говорю по-японски, как по-русски. Одинаково. Для этой удивительной, маленькой, но очень сильной женщины, казалось, не существовало преград. Она умела открывать самые тяжелые двери. Она преодолевала тысячи километров. Россия и Япония. Америка и Европа. Ее приглашали преподавать лучшие балетные школы и театры мира. Почему ей все удавалось? Быть может, потому что она всегда знала, чего она хочет. Хочет помочь, хочет поделиться. Поделиться своим опытом, своим знанием профессии, своей любовью к русскому балету, его традициям. Ведь любовь – это всегда потребность делиться. Я Россию люблю, конечно. Я, это моя родина. Люблю весь народ, который там, понимаете, с кем пришлось работать. И все. И ничего плохого никому не питаю. Если меня попросят что-то показать, что-то такое, с удовольствием это сделаю. Вот. Но такой опыт, например, вот смотрел на них Дон Кихот, да, который, конечно, я ставил вообще во многих странах, хорошо знаю. И там есть танец джипси, этот цыганский, постановки Глизовского. Великолепный танец, который танцевала гениально Сашан Сангович. Я вижу, что многое ушло. Вот я бы, если меня попросили, я бы показала, как это было. Потому что это нельзя было забыть, потому что это была гениальная постановка Глизовского. Даже такие вещи, как, например, в «Дон Кихот» по ДД. Балерина делает 32 фуэте, а кавалер делал 32 пируэта. Теперь молодежь, я сказал, как 32 больших пируэта? Они удивлены, как вы можете делать только 16? Это же неверно даже по сочетанию по ДД, понимаете? К сожалению, так есть сейчас. Это считается нормально во всем мире. Очень редко я не видел сейчас никого, чтобы сделал 32 бочек пируэта. Они что-то ссылаются вроде в музыку не входит. Входит все одинаково.
Опять ям-тарам-пам-пам. Одинаково совершенно как-то там-та-там. Совершенно то же самое. Когда я занималась Royal Ballet, я брала у вас уроки. Занималась вместе с вами, была счастлива. Вот приятно видеть вас. Приятно, да. Очень-очень. Да. Скоро еду в Японию опять. Да, я тоже в Японии. Когда? В октябре. А я в сентябре. Что вам сказать? Большой театр, великолепен. Большой театр, школа, то есть выучка. Все это очень хорошо. И приятно на них смотреть, потому что это блестящие танцовщики. Вот все, что я хочу сказать. Наша встреча заканчивалась. Соломив Михайловна угощала нас кофе, показывала фотографии, с которых на нас смотрели Ролан Петти и Морис Бежар, Наталья Макарова, Александр Годунов и многие другие, те, с которыми свела ее жизнь. Она совсем не казалась утомленной. Она рассказывала, шутила, ее энергия восхищала. Какая же форма? Поскольку я же говорю, я пловчиха, это большое дело. Понимаете, я каждый день хожу в бассейн и кролю. Каждый день. Наверное, не все знают, что 20-летняя Мита была чемпионкой СССР по плаванию на 100 метров кролем. Я не сомневаюсь в том, что старшее поколение, которое еще работает в Большом театре, несет в себе те замечательные достижения, которые мы нашли в течение нашей жизни, которые мы получили от старшего нашего поколения. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы новое поколение главным образом смотрело за чистотой стиля. Потому что сейчас, к сожалению, телевидение и прочее, все только задирание ног в основном. И часто какие-то нужные, необходимые детали, которые дают технику и настоящее выражение, уходят. Поэтому мне бы хотелось, чтобы сохранялись традиции, которые это не просто такое слово, знаете, старые традиции. Нет, это то, что сделано в искусстве. Это все.